Облаву на неплательщиков провели сотрудники городского ГИБДД. Дорожные полицейские дружно выстроились на улице Дзержинского и останавливали водителей, чтобы проверить, вовремя ли те платят штрафы. С мая 2013-го срок оплаты увеличен до 60 дней. Если сотрудники ГИБДД обнаруживают у водителя просрочку, имеют право отправить его на полицейском экипаже прямиком в суд. С начала этого года сотрудниками отдельного батальона ГИБДД было составлено 21 299 административных материалов. Из них 174 по статье 20.25, то есть на тех водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов. 66 водителей были оштрафованы в двукратном объеме. 24 получили административный арест и провели несколько суток за решеткой. Судьбу остальных суду еще предстоит решить. Есть у нас категория водителей, которые вообще штрафы не платят. То есть у нас случается, что мы останавливаем водителя, оказывается, за ним 10 штрафов неоплаченных. Самая главная цель, которую мы преследуем, это показать водителям, что его правонарушение не будет ему спущено с рук. В смартфоне каждого полицейского автоматическая информационная поисковая система АИПС. Загружая в нее номер машины и персональные данные водителя, сотрудник ГИБДД мгновенно вычисляет, находится ли автолюбитель в розыске, числится ли за ним нарушение. Большинство водителей рейдом людей в погонах были недовольны, но среди автовладельцев встречались и сознательные граждане. У меня неуплаченных штрафов нет, но очень хорошо, что устраивают такие засады, находят нарушителей и, я думаю, устраняются нарушения со временем, потихонечку. Сегодня на пути дорожных полицейских встретились только те, кто пренебрегает детскими удерживающими устройствами. В «Газели», например, без специальных кресел незаботливый папаша перевозил двоих малышей. Еще несколько водителей решили, что без ремней безопасности удобнее, за что и поплатились. Ни одного неплательщика не попалось. Водители отшучивались. Видимо, злостные уклонисты от уплаты штрафов ездят только ночью. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.